Председатель ГКМБ Камчи Бекташиев на встрече с жителями в селе Самаркандык рассказал, что вопросы приграничного характера на особом контроле властей. Также он отметил, что с представителями соседних стран проводятся переговоры и все спорные моменты приграничных вопросов должны быть решены в правовом поле. Я возглавляю комиссию по вопросам решения приграничных вопросов. Как я отдам хотя бы метр кыргызской земли? Как Садыр Нургожоевич примет решение против народа? Это уму непостижимо. Я думаю, что в скором времени все вопросы будут решены. При решении вопросов будут учтены мнения Узбекистана, Таджикистана, а самое главное – Кыргызстана. Также Камчи Бекташиев отметил, что будет полностью пресечена контрабанда, которая процветает из-за неопределенности границ. В этом направлении представители спецслужб ведут работу беспрерывно. Также глава ГКМБ сообщил жителям об уголовной ответственности за воспрепятствование законным действиям правоохранительных и других органов, направленных на пресечение контрабанды и другой преступной деятельности. Вы говорите, чтобы мы решили проблемы неопределенных участков границы и сами же занимаетесь контрабандой, нанося огромный урон государству. Граница не должна остаться открытыми. Мы не дадим дорогу контрабанде. Если кто-нибудь не подчинится законным требованиям сотрудников ГКМБ, то мы в отношении них будем принимать жесткие меры. После выступления Камчи Бекташиев ответил на вопросы местных жителей. Они желают, чтобы вопросы границы были поскорее решены. Председатель ГКМБ далее направился в Таджикистан, в город Ходжент, где пройдет очередная встреча по вопросам кыргызско-таджикской границы. Дастан Касканов, Нурхазы Джайнаков, Ырысбек Мазаитулу, Нурхаза Абдрахманова, Алату-24, Баткенская область.